Thank you. Да. Включился микрофон? И тоже живая. Как он делает с ними? Как делать? Music in Egypt. My name is Kultum. Your name? No. Ah. In Egypt, please. Ah, your name? Music and Kultum. Ah. It's in Kultum. Okay. In Talmud. Всем привет, это канал из Москвы в Израиль. Мы с Денисом гуляли по Акко. Денису очень захотелось кофеечка. И мы пошли искать новое место, потому что мы с ним договорились о том, что больше мы не входим в те заведения, в которых мы уже были. И теперь мы будем смотреть только новые заведения для того, чтобы, ну, во-первых, получать что-то новое, какие-то новые впечатления и пробовать новое. И, конечно, вам об этом рассказывать. И совершенно случайно Денис вспомнил, что было заведение рядом с Кнафой, которую мы пробовали, и нам совершенно не понравилось, просто вообще ужасно, не знаю, почему это считается лучшим местом в Акко, даже говорить о нем не буду, и точку тоже не оставим, но нам оно безумно не понравилось, но рядом Денис углядел какое-то заведение на табуреточках, и мы решили зайти, и вот сейчас вы его видите. Я дополню нашего оратора, продюсера, вот, мы гуляли. У нас будет несколько видео про Акко, про достопримечательности Акко, смотрите, будет несколько видео, посвященных музеям, в том числе нас поразило то, что мы 2 года все-таки уже здесь рядом находимся, но, к сожалению, не знали, что здесь такой вот массив древности и различных достопримечательностей. Это первое, что я хотел сказать. Второе, мы уже с ребятами там распрощались, мы сегодня были с ребятами, встречались, тоже сидели, все душевно было. И было просто желание пройтись, выпить кофеку, вот, знаете, такой вечер уже такой, завершить вдвоем с Анютой. Совершенно случайно, вернее, не будем врать, не совершенно случайно, когда Анюта уже сказала, когда мы сюда приезжали один раз, краем глаза мы это место зацепили. Вот, и я думал, что мы все думали, куда пойти и попить. В обычной кофейне не хотелось, тем более мы только что вышли из ресторана с ребятами, с которыми сидели. А хотелось что-то вот такое интересное и необычное. И вот, вот сейчас вы это увидели. Вот такое кафе, оно находится в Акко. Обязательно заглядывайте, если будете здесь мимо проходить. Вот в таких чашечках мне дали кофе арабский. Вы видели, из турки налили. Они тебе сделали чай. С розочкой, травяной чай. Вот, но самое главное, это, конечно, атмосфера. Этот дядечка, который, я даже не знаю, кто он здесь, это, видимо, его дом или что-то, вот, какие-то совершенно непонятные вещи собраны, совершенно ни с чем не связаны, статуэтки есть, есть какие-то другие, там, штурвал, там, или что-то, ну, в общем, просто поразительно. Знаете, такое ощущение, что находишься в другой вселенной, вот, заходя сюда, и, в принципе, кофе можно выпить везде. Но получить впечатления, которые вот, останутся на какой-то долгий период или что-то, наверное, вот
в этом и заключается вот это путешествие, да, вот то, что вы приезжаете в новые города, смотрите, хотя мы в Акку уже там 20-й раз, и все равно сейчас мы получили вот это вот впечатление, которое с нами останется надолго. Поэтому заезжайте, ищите это кафе, заехайте, просто вдохните вот это вот. Здесь есть, кстати, и свежевыжатые соки он делает, обычные совершенно в этом. Я имею в виду, если будет жарко, тоже зайдите, можете попить. Но получите вот эту вот атмосферу. То, что есть. Вверху, кстати, я вижу, у него много гитары есть, домбра. Лежит, видимо, второй этаж у него все-таки. Хотя вот там даже типа столика я вижу у него стоит. Поэтому мы не сказали самое главное. Это канал из Москвы в Израиль. Это небольшой наш выпуск, посвященный кафе, потому что мы решили, что это кафе достойно отдельного выпуска. Обязательно надо его посмотреть и обязательно надо зайти, получить эту атмосферу. Точку 100% возьмем себя в руки, поставим внизу под видео. Заезжайте, смотрите. Просто... Ну, заехать, наверное, сложнее, да. Заходите там, паркуйтесь около главных ворот, заходите сюда, просто посидите, выпейте кофейку, чаю или свежевыжатого сока, вот, и получите просто вот этот заряд вот этого удовольствия, которое, наверное, вряд ли вы сможете где-то найти. Поэтому мы с вами прощаемся, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и изведайте этот мир, он очень интересный. Всем пока!